Ну, исходя из моих пациентов, у меня большинство женщин, потому что женщины больше ухаживают за своими стопами, чем мужчины. Które z powodu na przykład bolesnych odcisków leczą się psychiatrycznie. Które z przyczyn jak raz od tych natoptyszej, oni leczą się u psychologa. Ponieważ jest psychologa. Psychiatra. U psychiatra, leczą się u psychiatra. Depresja. Потому что у женщин депрессия. Каблуки. Те обцасы. Nie, nie tylko. Nie tylko. Ponieważ jeżeli się wytworzy modzel, jeśli образуется мозоль на топтыш, jest taka pewna forma modzela, który się nazywa modzelem neowaskularnym. Jest taka forma mozela, nazywa się neowaskularny mozol. Czyli modzel, który ma zasany kawałek gałązki korzenia nerwowego, korzonka nerwowego. To jest to taki mozol, gdzie zasasywaje się кусочек нервного корешка. Нервного корешка. Вообразите, что пациент идет до подолога, чтобы это усунуть. Вы представьте себе, идет такой человек к подологу, чтобы он ему спилил этот мозоль. И усувание этого мозоля, то есть так направда тягнение за нерв. И когда он его убирает, это то самое, что он тянет за нервный корешок. Представьте себе. И живете с чем-то таким. И вы живете с этим чем-то. Сидите, болит, лежите, болит. Сидите, боли. Лежите, спите, все болит, постоянно болит. И тут Мортон имел рацию. И здесь у Мортона была, ну как бы он был прав. Видно, видно. Есть такое певное поведение, что coraz więcej wiemy, ale mniej rozumiemy. Есть такая цитата, что мы больше знаем, но меньше понимаем. И teraz то, что тут видите, то есть нечто иное, как коловрут Хиггса. То, что вы видите здесь, это не что иное, как коловорот Хиггса. Званый из английского механизм Windlass. Что с английского переводится, Windlass переводится как механизм лебедки. Значит, то? Знаете это? Что, как пациент стоит? Если, когда пациент стоит? Выполняете сгинчик грибетовый палухом. Вы выполняете дорсифлексию большим пальцем. Ну, то стопа поминаешь и выскрепить. То тогда стопа должна образоваться купол. Вам понравилось видео? Нажмите кнопку «Поделиться» и добавьте себе на страницу. Хиггс то был в ogóle ciekawy человек. Хиггс это вообще тоже интересный парень был. Теж дотарвем до его książek. Тоже я добрался к его книгам. И он до того дошел в такой способ. Он к этому дошел следующим способом. Że был небожник. Człowiek ten martwy. Был жмурик. Жмурик одним словом, да? Обчел. Он ему в колено, до коленного сустава отрезал ногу. И так поставил несколько ног. Несколько ног поставил. И обчелжил то таком прессом. И прессом он как бы на нагрузку сделал прессом. Ну и подходил до каждой стопы мертвой. Подходил к каждой мертвой стопе. Выполнял сгинчик грибетовый. Выполнял экстензию. No i obserwował, czy stopa się doskleja. I смотрел, появится ли купол. Następnie brał skalpel. Potem brał skalpel. I obcinał jedno ścięgno. I делал резекцию сухожилия. I robił dalej ten sam test. I wypełniał тот же самый тест. Strasznie się zdziwił, jak obcinał wszystkie ścięgna, mechanizm był dalej aktywny. A on очень удивился, когда он все поразрезал как раз все сухожилия, а дальше этот механизм работал. Ale jak rozciął jedno związane. A kiedy on odrezał jedno z związek, to mechanizmu nie było. I mechanizmu wtedy nie było. A tam сухожилие обрезал, a здесь связочку одну. Więc on tak troszeczkę niefortunnie powiedział, że jest to mechanizm testujący płaskostopie statyczne. On как-то tak nieprawidłowo немножко вырезался, что это как раз механизм, который тестирует плоскостопие. Статичное. Статическое плоскостопие. Czyli jak pacjent stoi na То есть, как стоит расплющенная стопа пациент. Jak терапевта robił ten test i się stopa sklepiała. Когда делал терапевт этот сгибание большого пальца и куполообразно. To oznaczało to wtedy, że stopa jest tylko w stanie niewydolnym, a w dynamice prawdopodobnie. То есть это означало только то, что стопа в этом положении в нерухомости, как это, неподвижности, так, что она типа, мол, купол типа, ну, образовался.
А в динамике была добра. А в динамике она была хорошо, а там была дисфункция. И я был, например, на студиях того так учен. И меня так учили, на там, где я учился. Страшно еще удивилось, что есть иначе. Я очень удивился, что вообще это по-другому. И тут появляется такое певное слово. И здесь появляется такое слово. Дихотония. Дихотомия. Потому что в этой публикации Мортон сказал, что стопа есть дихотонична. Потому что в том, у него в книге написано, что стопа является дихотомическая. Иными словами, что есть что-то противоположное. То есть есть что-то, что разрезано наполовину. И задам вам сейчас вопрос. Вопрос к вам, муфту. Без скояжень, очевидно. То есть, да, вопрос. Czy może być struktura, jakaś struktura gdziekolwiek, jednocześnie twarda, sztywna, jednocześnie miękka, plastyczna, elastyczna? Может ли быть какая-либо структура в теле человека одновременно быть твердой и штивна? Стив. Нет, напряжена, так, и одновременно быть расслабленной, мягкой. Но повесть такая есть. Фасция так. Але teraz на приклад стена. А стена? Есть только твердая и штивная. Она твердая и... Ну, твердая и штивная. Natomiast stopa okazuje się, że jest dychotoniczna, czyli sama w sobie jako pełna struktura wykazuje też te cechy. To jest i on сказал, как раз, что эта стопа, она как раз в себе сочетает вот эти две вещи, поэтому дихотомическая стопа. Спустите на этот рисунок. Смотрите, пожалуйста, на этот рисунок. Wiadomo, że chód posiada więcej faz niż trzy fazy. Nie, известно, что сейчас здесь только у нас три фазы, а сама ходьба, она имеет больше фаз, чем три. Ale najważniejsze są te trzy. Самое важное это как раз вот эти три фазы. Контакт пятки с подложем. Контакт пятки с опорой. Środkowe podparcie, czyli faza mid stance. Faza mid stance. Czyli wtedy, опора, полная опора. Kiedy stopa się... То есть расплющивание стопы как раз на опоре. Но и выбитие. И как раз отталкивание. Поведьте мне. Скажите мне, пожалуйста. В какой из этих фаз стопа есть штивна? В какой из этих фаз стопа есть сильная? Только же штивна, я не говорю, что патологичнее, только есть. Мы говорим не говорим сейчас о патологии. Pierwsza, trzecia, średnia. Nie, dawajcie tak, lepiej. Kto za pierwszą fazę? Kto za drugą? Za drugą. Dwa razy nie głosować. A trzecia? A kto za pierwszą i trzecią? A kto za pierwszą i trzecią? Co, certyfikaty? Uwaga, logiczne jest, że logicznie musi być bardziej usztywniona tutaj. Logicznie получается, что в первой фазе, то есть она не должна вот так. И tu. И в какой? Выбить. В какой? В третьей. Первой, третьей. Но то, что мы сказали третью, вот здесь уже сертификаты двум, да. Czyli jedynka i trójka. Так, первая и третья. Ale w sytuacji numer 2 stopa jest. А в ситуации второй стопа. I słuchajcie, rozplющone. Wydaje się, co ten Polak mówi za głupoty, czy to jest w ogóle ważne? Вопрос такой, что этот Петр, ну, нам здесь типа лапшу вешает на уши, скажем. Приехал и mówi, że tak jest. Приехал и говорит нам так, ну вот так есть. Słuchajcie, powięź, to co byliście na kursie z powięzi. Fascia. Jak ja teraz chodzę. Когда я так хожу. Moje powięzi są sprężyste. Они эластичные фасции, когда я так хожу. А jak sobie usiądę, а если себе сяду, то one jeszcze przez chwilę dalej chcą skakać. Они еще минутку хотят дальше типа скакать. Więc po paru minutach dopiero stają się plastyczne jak пластилина. И только через несколько минут они становятся такие как пластилин, пластические. А то następuje nie całą sekundę. А здесь даже не секунда. Czyli ułamku sekundy stopa jest sztywna. Доля секунды стопа твердая.
За хвиле. Потом пластичная. Пластическая, расплющится. Снова. И потом опять. И сейчас напряженно. Нема другой такой структуры в людском теле. То есть не существует никакой другой структуры такой в теле человека. И сейчас dlatego, мои дорогие, так тяжко есть сделать добрую вкладку. И поэтому, мои уважаемые коллеги, есть настолько тяжело сделать хорошую стельку. Вкладка, которая в этом моменте вспера стопы в бытию штырнейшим. Стельку такую, чтобы в эту фазу она помогала стопе стать твердой. Але в этом моменте, чтобы вкладка потрафила себя разрузнить. Або чтобы в этом моменте стелька могла помогать расслабиться еще больше. А в этом снова напряжить. А в этом опять типа напрячь. Значит, смеем твердить, что это не уда. Ну, скажу вам, могу утверждать, что это не удастся. Але як się уда, то на pewno przeproszę. А если у кого-то удастся, то я извинюсь перед ним. Прикладная кинезиология. Медицина будущего.